Хабаровске продолжается весенний призыв в армию. Годы, когда новобранцев днем с огнем найти было сложно, и молодые люди службе предпочитали что угодно, кроме выполнения своего конституционного долга, уже позади. Уклонисты есть, но это уже не преступники, а скорее разгильдяи. Уклонисты, они не злостные, ну, где-то неорганизованные, где-то менее ответственны, чем другие ребята. То есть говорить о массовом уклонизме я не могу. В настоящее время хабаровчане действительно в армию идут охотнее. Тут в помощь и уменьшение срока службы до 1 года, и искоренение дедовщины, и, конечно, возможность прохождения службы в пределах Дальнего Востока. Отсюда и оптимизм. 246 призвано в армию. План призыва для железнодорожного и центрального района составляет 300 человек. Поэтому можно говорить о том, что план призыва, весеннего призыва, мы выполнили. Через несколько минут с этой площади перед администрацией железнодорожного района на краевой сборный пункт отправятся эти парни. С каким настроением, сейчас и узнаем. Да не знаю, может быть, это в глубине души. А так-то что, вон, если знакомые есть, так веселее вместе. Вперед! Ну вот, парни уже в автобусе и через несколько минут отправятся в армию. Кстати говоря, есть такой миф, что девушка может парня из армии не дождаться. Друзья, это миф, нам пообещали. Я люблю тебя, я тебя дождусь. Веришь? Да верим, конечно. Время покажет. Проводили парней в армию и напутствовали ветераны, родственники, руководители района Сергей Щербаков, Денис Лесников. Программа «Настоящее время».